Конечно, обидно, до слез обидно и больно, что наш завод теперь чем батюшка завод стоит, и мы безработные. Вот, я не могу даже. Ладно. Обидно то, что на самом деле нет работы. Вот, допустим, я как пришла со школы сразу в завод работать. Мама у меня отработала много лет здесь. И сын у меня работал до сих пор, дочь работала. Ну уж потом работать не стала, что дети есть, она ушла в садик работать. Ой. Очень больно, конечно. Хотелось бы, чтобы мы все... Куда вы там ездить работать? Зачем нам нужно? Там у нас вот свое предприятие, вот большое оно. Мы же можем здесь работать, давать продукцию хорошую. Ну почему же не... А нас бросили, кинули. Пнули куда-то вот под зад. И все. Живите как хотите. Есть, конечно, молодые, я понимаю, они, ну, найдут работу себе. Но мы-то, допустим, я вот не скрываю слова. Мне вот 4 года осталось до пенсии. Я бы еще работала, и еще бы работала. И после пенсии, что мне назначено, я бы работала. Конечно, это моя работа. Я знаю свою профессию. Вот другую профессию была вот такие. Я знаю свою, что я живописец. Что я пойду на... Ну, я понимаю, конечно, можно на Брольном уйти, там, на Ермакова, яйца, куда-то, что-то. Но я знаю свою работу, я ее люблю. Но не дали мне работать на этой работе. И многие у нас все ведь, вот ушли ведь, весь завод разрушили. И жалко то, что и обидно, и больно. То, что которые, конечно, приезжие у нас, да, они... Брали, тащили. Ну почему наши свои-то рабочие, вот, ну как сказать-то, шапки-то, которые у нас в шапках-то все, да? И они тащат и до сих пор тащат. Вот что обидно-то. Наши же, наши, они тащат. Мы же заработали это все. Вот, вот что обидно-то. Не спросили ведь никого у рабочих, не спросили, а можно взять картину у нас живописную? Такие огроменные были у нас картины, красивые. Нашими живописцами нарисованные. Да. Стоят одни рамки. Одни рамки, картин даже нет. Дайте ответ, куда делись картины? За долги они отданные. Ну долги-то не нами нажитые ведь, а? А мы страдаем из-за этого. Музей делать еще надо. Музей, да, это то же самое. Вот пусти кого в завод. Что у нас там есть? Ничего, голые стены. Образцовая, где образцовая? Вот, вот, вот только это обидно и, конечно... Такие долги остались за нашим руководством. Конечно, надо это все вернуть. Но каким путем, я не знаю. И на завод, конечно, придут работать, придут. Но с тем условием, как придут работать. Надо, конечно, условие какое-то. Пока не погасят зарплату. Зарплату, конечно, может и погасят, но не знаю, каким путем, конечно, погасят-то. Картину продадут. Ну, квартиру никто не продаст, конечно. Нет, конечно, нет, нет, нет. Но если что будет... На завод, конечно, мы вернемся, но если только будет все нормально. Что люди будут чем-то вот... Уверены в завтрашнем дне. Ну да, 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 да. Вот так, спасибо. Надежды, молодец, Куба.